Мешает реклама, жми на крестик. Доброго времени суток, дорогие подписчики, друзья и просто гости этого канала. Хотел бы вас пригласить сегодня, да, думаю, уже сегодня, так скажем, на стрим. Онлайн-стрим будет на Твиче у меня. И начнется он приблизительно, а точнее ровно, я думаю, там просто заранее подготовки мелкие, там доработки и все остальное. Так что можете присоединиться немножко раньше. В общем, стрим сегодня начнется в 21 по Москве, в 21.00, либо в 20.00 по Украине. Там уже, исходя от этого времени, смотрите сами. Да, попросили сделать немножко раньше, да и в принципе я сам задумался о том, что нужно сделать раньше, исходя из общего времени. Но в любом случае, надеюсь, не будет каких-то плохих отзывов и всего остального. Угодить всем нереально, вы понимаете. То есть мы живем в разных странах, разных городах, часовой пояс может не совпадать. Кто-то на работе, кто-то дома, кто-то забыл, либо еще что-то. Но в любом случае я жду каждого на стриме, любого, кто играет в эту игру, кто любит эту игру, кто смотрит меня. И да и вообще, кто может меня не знает, возможно, кому-то и понравится то, что я буду говорить и рассказывать. Поэтому готовьте свои вопросы, задавайте их в чате. Да, кстати, зарегистрируйтесь в чате, не поленитесь, точнее, зарегистрируйтесь на Твиче для того, чтобы вы имели возможность задавать вопросы в чате, потому что многие мне написали после того, как я провел Твич, блин, надо было зарегистрироваться, хотел что-то спросить, лень было зарегиться. На самом деле регистрация там минутное дело, поэтому не поленитесь, и после этого вы сможете общаться со мной напрямую, отвечать я буду параллельно, там, не знаю, проходя какого-то там дракона, надеюсь, гидру пофармлю в этот раз побольше, так как, в принципе, не помешают улучшения какие-то. Ну и там уже параллельно посмотрим и будем с вами договариваться, что бы вы хотели увидеть. Поэтому жду вас сегодня в 21.00. Для справки, так скажем, это суббота, второе число, вдруг кому как. И надеюсь, проблем не будет с этим видео на ютубе. Поэтому, да, каждого всея жду, буду немножко подфлуживать в группах, приглашать людей. Поэтому сегодня 21.00, в 20.00 по Украине, 21 по Москве. Жду всех, тебя, каждого, всех. Всех жду сегодня. Всем удачи, всем спасибо, жду вас на стриме. Пока, до встречи.